Мисо-суп можно купить за 200 рублей или приготовить дома в 10 раз дешевле. В кастрюлю налей воды, подготовь мисо-пасту и все остальное добро по списку. Нарежь тофу, поставь кастрюлю на плиту, сделай температуру на максимум и закинь все подготовленные продукты. И пока суп закипает, нарежь зеленый лук. Через пару минут мисо-суп готов. Налей в красивую тарелку, посыпь зеленым луком, кунжутом и съешь, пока никто не видит. Приятного аппетита!